по происхождению, Винсент Мессина – успешный технарь с хорошим образованием, успевший достаточно долго поработать по специальности, чтобы решиться на создание своего производства. В разные годы он поработал в компаниях Ford, Triumph и Caterpillar. Первый мотоцикл построил в возрасте 14 лет. Это был простой мини-байк. В возрасте 16, не имея возможности получить водительские права, Винсент пошел в мотогонки и посвятил им следующие 40 лет своей жизни, соревнуясь в различных классах. Наибольший успех, а именно два титула чемпиона Австралии, ему принесли гонки на мотоциклах с коляской. Идея заняться постройкой собственного мотоцикла выросла из желания соорудить нечто непохожее. Двухколесный аппарат рекордной мощности, сочетающий в себе черты Bugatti и McLaren, с реальной максималкой за 300 км в час. Хорошенько все обдумав в ходе длительного мотопутешествия по Таиланду, Винсент сел за проектирование. Важным условием при создании был отказ от типовых, уже всем надоевших решений. Никаких попсовых рядных двигателей, излишне тяжелых материалов и телескопических вилок. Мотоцикл должен быть максимально легким, управляемым, рекордно мощным и быстрым. Возможно, это не очевидно, но все раздумья о конструкции двигателя в итоге привели к появлению скромного V8 объемом 2575 кубических сантиметров в качестве несущего элемента. Рама в привычном понимании мотоцикл не имеет. Навесное оборудование монтируется напрямую на силовой агрегат. Плюсом такого выбора можно отнести экономию, наличие большого количества тюнингового железа и серьезного потенциала по увеличению мощности. А минусы очевидны. V8 весит как недокормленный Prius. Aurora Hellfire брутален. Если присмотреться, в нем видны черты мотоцикла Traverson V-Rex 2. Все потому, что оба проекта рисовал талантливый австралиец Тим Кэмерон. Стремительные линии прижимают мотоцикл острым носом к земле в духе Формулы-1 60-х годов и устремляют ввысь хвостовую часть с двухместным сиденьем. В оформлении помимо карбоновых вставок присутствуют детали от Rizoma. Сказать, что Аврору нафаршировали по максимуму, не сказать ничего. 2575-кубовый двигатель V8, Dodge 4 клапана на цилиндр, жидкостное охлаждение, сблокировано с 5-ступенчатой механической коробкой передач NOVA, переключение возможно как ногой, так и с пульта на руле, и проскальзывающим сцеплением Sigma, в пике выдает умопомрачительные 417 лошадиных сил при 9500 оборотах в минуту, и крутящий момент 319 ньютон-метров при 7000. Максимальная скорость 340 км в час. Привод заднего колеса карданным валом обусловлен лишь тем, что Винсент за долгие годы увлечения мотогонками выработал стойкую аллергию к обслуживанию приводных цепей. Сколько и когда подавать топливной смеси, двигатель узнает от электронно управляемой дроссельной заслонки, которая завязана на систему переключения карт зажигания. Управляющим блоком выступает MoTeC M1. Данные о работе мотоцикла отображает многофункциональная панель приборов MoTeC C127.
Передняя подвеска производства Hossec имеет рычажную конструкцию, подобную BMW Telelever. Задняя подвеска на модифицированных линках Хорста, явно подсмотрена у горных велосипедов. В обоих случаях работу по сглаживанию дорожных неровностей выполняют амортизаторы Orlens TTX с электронной регулировкой. За торможение отвечают суппорты Brembo GPX4, ABS и композитные тормозные диски BrakeTech. Энерговооруженность в 1,5 лошадиные силы на килограмм сухого веса – величина опасная. Поэтому за действиями водителя постоянно приглядывает комплекс электронных систем, состоящий из 10-уровневого трекшн-контроля, ABS и антивилли. Вопрос с весом решен с применением какой-то особенной инженерной магии, не иначе. Aurora Hellfire в сухом виде весит всего 270 кг. Для сравнения, сухая масса Suzuki Hayabusa 220 кг. Секрет в использованных материалах. Половина элементов подвески и весь обвес сделаны из карбона. 22-литровый бензобак из многослойного кевлара. Колесные диски кованы от Marchesini. Все избыточно весящие детали тем или иным образом перфорированы. На память приходит схожий по концепции здоровяк Bosworth. У двух мотоциклов на самом деле не так много общего. Суть Aurora Hellfire в максимальном использовании новаторских технологий для того, чтобы сделать это пушечное ядро на двух колесах управляемым и подконтрольным. Конкретно взятый мотоцикл вряд ли станет родоначальником нового класса мототехники, хотя создатели его гордо позиционируют как ультрабайк. Будущие проекты в мелкосерийном производстве для нужд любителей необычных транспортных средств. Thank you.